Тюркский совет выступил с предложением объявить город Чуша в Нагорном Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году. Это предложение озвучал в ходе встречи с президентом Азербайджана в онлайн-формате генеральный секретарь Багдад Амреев. Он заявил, что совет выдвигает на эту роль каждый год новый город. Это подчеркивает культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира. По словам Амриева, около 20 культурных мероприятий смогут пройти в городе Шуша. В ходе встречи Алиев заявил о варварском отношении к историческим и культурным ценностям азербайджанцев во времени оккупации Нагорного Карабаха. Ранее сам Алиев, находясь в Шуше, официально объявил город культурной столицей страны. Шуша этого достойна, считает, что она может стать культурной столицей не только Азербайджана, но и всего региона, сказал Ильхам Алиев. По его словам, в городе будут восстановлены все религиозные исторические памятники. Шуша перешла под контроль вооруженных сил Азербайджана 8 ноября 2020 года во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное соглашение о прекращении боевых действий. В результате этого конфликта Азербайджан вернул утраченные в 90-е годы свои территории. Война окончена, и Азербайджан намерен восстановить инфраструктуру Карабаха и построить в Шуше международный аэропорт в ближайшее время с целью показа международным наблюдателям ущерба, нанесенного Карабаху. Азербайджан также осуществляет поездки международных наблюдателей. К решению проблем Нагорного Карабаха президент Алиев подключил Тюркский совет. Шуша – гордость нашего народа. Мы любим город Шуша. Здесь вода особенная, здесь воздух особенный, здесь люди особенные. Население города Шуши жизнерадостное, доброе, гостеприимное. Шуша – город музеев под открытым небом. Здесь каждый камень – это история, история нашего народа, азербайджанского народа. В ясную погоду, когда из города Шуши смотришь вниз, внизу облака, везде облака, и как будто ты находишься над морем. Очень красивый город. Мы любим город Шушу, мы гордимся городом Шушу. Кто владеет Шушой, тот владеет Карабахом. Годы Карабахской войны в 1992-1994 годах, захват армянскими войсками стал переломным моментом и определил исход противостояния. Та же роль досталась городу и сегодня. На 43-й день войны Шуша под натиском азербайджанских сил захватила город Шушу. После этого последовал полностью капитуляция Нагорного Карабаха и Армении. Да здравствует азербайджанский народ! Да здравствует легендарный наш главнокомандующий Ильхам Алиев. Азиз Шуша, сен азатсан. Азиз Шуша, биз кайтмышыз. Canımın sevgili mehbubu imanıyım. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Vatanı sevmeyenim.